Учеников нашей школы те, для кого этот звонок станет последним. Слово нашим выпускникам. Снова день знаний. Последний сентябрь. Для нас он последний и первый для вас. Впервые вы в школе возьмете букварь. А вы че? Желаем вам счастья и дарим наказ. Желаем сдружиться, отлично учиться. В спорте, в кружках, везде успевать. Беречь нашу школу, как дома частицу. Не ныть, не скулить и не уставать. Когда-то мы стояли здесь впервые. Взволнованно сейчас, как первый раз. Стала нам родною наша школа. 10 лет учился здесь наш класс. А теперь, друзья, звонок веселый. На уроки позовет и вас. Вам только 7, а нам уже 17. И детство никогда нам не вернуть. Поэтому хотим сейчас признаться, что первочкам завидуем чуть-чуть. Желаем им прилежно вам учиться и никогда о том не забывать, что школы наши вы должны гордиться и честь ее повсюду защищать. День за днем, за уроком урок, россыпь знаний пойдет тебе впрок. Все на свете, от ас до ять, непременно должны вы узнать. Как маленькую школьную планету, мы шар вручаем воздушную эту. Летите с ним в глубины мироздания. Сегодня праздник ваш, день знаний. А теперь торжественный миг. Звонок, и ты уже ученик. Звонок, и побежит отсчет, и год учебный настает. Учебный год открывая, пусть звенит этот первый звонок. Колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. Право подать первый звонок на первый урок предоставляется выпускнику школы Ишутину Игорю и ученице первого класса Тюлюкиной Арине.